Напередодні 30-го юбілейного міжнародного фестивалю мастацтва у Славянський базар у Вітебську. Молодые мастаки з усей Білорусі собралися на пленер. На протягу 10 дзён яны працуюць над картинами, у яких адлюстроўваюць святочный город на дзвіне у розных яго абліччах. Для удзельнікаў пленеру падрыхтавалі таксама выставачныя проекты, концерты, театральные постановки. Ілля Лапацінскі, падрабязней. 15 молодых мастаков из усей Беларуси собрались на пленер у Витебску. Ангелина Кабанович упершиню приехала в областный центр. Признается, она у захоплении от города. Подчас прогулки по Витебску увагу девчины привабила церква, якую заливала яркое сонечное светло. Ангелина одразу ж начала писать этюд. Работа амаль завершена, а пошние штрихи молодая мастачка наводит уже у майстерни. Я хотела выразить какой-то символ города, да? И мне показалось, что церковь будет лучше всего выражать эмоциональный настрой города и еще в таком контрасте, в таких ярких солнечных цветах. Тема пленера – «Святочный Витебск». На протягу 10 дзён молодые мастаки рыхтуют свои работы. Апошний глянец наводят майстры, и про пару дзён 15 липеня яны представят свои работы на выставе. Главная идея проекта – раскрыть образ города Витебска в праздничной атмосфере, которая царит здесь накануне знакового события. Витебск – прекрасный город с уникальным ландшафтом, с уникальным силуэтным кодом. Это просто подарок для художника. И в целом пленер для художника – это период такой вдохновенной свободы, некоего откровения, когда автор может отрешиться от реалий, забыть о каждодневных каких-то заботах и погрузиться полностью во внутренний мир. Славянский базар и его столица Витебск с нетерпением чекают встречи с гостями. Молодые мастаки не одиные, кто завитал на форум. Фестивальный тыдень насыщенный выставочными проектами, концертами, театральными постановками. Будет працевать филателистичная выстава у экспозиции 80 коллекций большим с 10 краин свету. Так само гостей международного форума познакомить с самобытной культурой коренных народов полночи, якія проживают у Камчатском крае. А еще таямничая выстава, назва якой интро «Скарбы Пакистана». В данном случае это и памятники архитектуры, истории, природные ландшафты. Именно это мы сможем увидеть и лучше познакомиться с этой удивительной страной. Наши мероприятия начинаются вот с 15 июля. Это на площади Победы, вот где конкурс барабанщиц и мажореток. А потом это будет площадь Свободы, где состоятся наши мероприятия, такие как «Виват оркестр» – это конкурс духовых оркестров, потом «Поем с оркестром» – это конкурс, ну, так, «Живой звук», где с оркестром поют солисты. На головном фестивале лета стародавние рамёствы представят лепшие народные умельцы. Город майстров порадует богатым вырабов. Гостей познакомят и с нематериальной культурной спадчиной. Так само усіх жадаючых запросить на майстер-классы, якія пройдут на открытых пляцовках. Ілля Лопацінскі, Станіслав Дудін, новини Витебск.